Депутаты Госдумы приняли законопроект, ограничивающий действия коллекторских агентств. Теперь, возможно, они будут не столь назойливы. Но между тем, россияне, похоже, вообще стараются реже занимать деньги. По данным Национального бюро кредитных историй, в стране почти на четверть сократилось число выданных мелких потребительских кредитов. Во всех сибирских регионах заемщиков стало меньше. Почти на 10% уменьшился поток в кредитные отделы банков в Томске. Это шестой показатель в общероссийском рейтинге. Практически такие же отношения с банкирами складываются и у жителей Омска. На 7 с лишним процентов упало число заявок на займ в Кемерово. А вот новосибирцы не спешат расставаться с привычкой жить в долг. Отток заемщиков составил менее 5%.